у нас есть книга, и исходя из первичного осмотра, мы зафиксировали оторванный блок, потерянную тетрадь и выпавшие листы. Для этого нам нужно пришить утерянную тетрадь, приклеить к ней листы и впоследствии приклеить картонную сторонку. Библиотекарь Ника Илларионова работает в секторе реставрации и консервации фондов в областной библиотеке. Приходится иметь дело с редкими старинными изданиями. Время к ним беспощадно, чего не скажешь о сотрудниках библиотеки. Они бережно восстанавливают обветшавшие страницы, сшивают рассыпавшиеся экземпляры, ремонтируют обложку. В ход идут пресс, крафтовая бумага, утюг, а порой и химические реагенты. И если издание советской эпохи можно отреставрировать за несколько дней, то на восстановление старинных книг у сотрудников уходят месяцы. Самое древнее издание, которое удалось привести в порядок – псалтырь 15 века. Были утрачены как раз такие тетради, были утрачены части листа и повышенная кислотность листов. Были промыты листы, были восстановлены листы. К слову, они были не белого цвета, то есть они изначально были зеленоватого оттенка, поэтому было... Бумажная масса была подобрана такого оттенка, чтобы он совпадал с оттенком книги. Несмотря на появление электронных книг и возможности прочесть любое произведение в интернете, в Самаре немало тех, кто хранит домашние коллекции книг. Зачастую издание требует ремонта. Чтобы помочь любителям печатных строк восстановить любимые экземпляры, в областной библиотеке запустили серию мастер-классов для всех желающих. Житель Самары Владимир Парфенов работает на авиапромышленном предприятии. Говорит, в домашней библиотеке немало тематических книг, которые нуждаются в починке. Одну из них он и принес на мастер-класс, чтобы отремонтировать. Я работаю с техникой, у меня это суть книги по технике, ну и книги по географии, по истории тоже мне интересны. Ну и вся моя работа связана с техникой, с авиацией, космонавтикой, меня это очень интересует. Недавно книжку интересную приобрел, очень старая книга там по истории искусств, да, она старая, дореволюционная, ну у нее оторван корешок. Хотелось бы отреставрировать профессионально. Ну, кто это может, как не специалист библиотеки, об этом рассказать? До конца весны в областной библиотеке пройдет еще несколько мастер-классов по ремонту книг. На них покажут, как приклеить выпавшие листы из книги в мягком переплете и дать ей вторую жизнь. Как шить тетради, из которых состоит издание, и восстановить переплетную крышку. Виктория Шара, Игорь Казановский. События. Берем свой листочек.